Вика, рассказывай, что мы делаем с тобой. На кого охотимся? На мух. На мух охотимся? Да. Сколько у нас их? Две, да? И ружье у нас двуствольное. И кот охотничий, Васька. Ты не видишь ее? Вот она пролетела вон. Давай ищи. Вот, я вижу. Летает? Да, вот. Давай в манок ее сейчас. Как думаешь, приманим? Приманим. Погоди, не пугай, пусть сядет. Вот она летает. Куда она полетела? Над папой кружит. Где-то вон она. Никак не садится. Ага, на, держи ружье-то. Угу. Свое, давай мне эту штуку. Это мухобойка. Это мухобойка, да? Угу. А ружье у тебя как называется? Икота. Как? Икота. Икота? Понятно. О, папа сбил вроде, да? Там еще должно быть одна. Да давай искать, Вася, ищи муху давай. Вторую. Поставь последнее, Вася. Она могла у нас раненой быть, да? Да. А это кто у нас такой синий? Вот это-то. Вьюга. Вьюга Викина. Угу. Ну ты муху-то не видишь, куда папа ее сбил? Или она улетела? А, Виктория? А вторая где летала? Ну, точно, летала. Фото полетела. Надо еще в манок, наверное, да? Угу. Ну-ка, а ты-то умеешь? Ну-ка, покажи, как ты. А ручкой-то еще. Еще давай. Еще. Вот, молодец. Сейчас вторая прилетит, наверное, да? Угу. Что, в засаду садимся? В засаду садимся? Да. Давай ждать муху будем. Давай. На вьюге поедешь потом? Да. Вторую? Да. А так, а первую-то надо тоже поди найти нам. Да. Ну-ка, смотри, давай я вот так вот посвечу, там тебе не видно ее. Может, она спряталась? Че? Не видно. Не видно? Нету там ее? Куда она убежала, да? А Васька, ты что у нас? Васька! Ты что, спишь? Что ему надо делать-то? А? Ваське-то что надо делать? Искать ту же самую муху. Ту же самую муху Ваське надо искать. Мясо Васька не получит у нас, значит. Да, Васька? Если не будет искать. Да, а если муху не найдет, мясо не получишь. Угу. Говорит, получит. Если найдет. Если найдет. Он поворачивает голову, так он значит ищет. Ищет, думаешь так? Да. Понятно. Даже голову туда-сюда. Пошли на кухню вторую искать тогда. Пошли. Вот у меня веер зато. Давай, ружье-то что не берешь? Вечером. А, ты веером будешь?